Что касается выборов, которые пройдут у нас осенью, вот все говорят сейчас о партии власти, потеряет она что-то или приобретет. Дело в том, что мы сейчас переходим на новый формат политический в стране, где вообще не будет никакой партии власти. У нас будет много партий власти. Сейчас формат такой. Есть Владимир Путин, он отец, все остальные его дети. Вот. Есть старшие, есть младшие, есть средние, но все любимые, понимаете? И в этом смысле дети, конечно, между собой могут ссориться, драться на разных выборах и так далее, но все больше и больше разные партии будут в разных органах получать разное количество депутатов. В городских думах, в областных будут губернаторы из разных партий. Вот это понятие партии власти, оно постепенно размоется и расплывется. А вот люди, которые поддерживают Путина в принципе, из ОНФ, да, они будут делегированы в разные партии и будут проходить по спискам. То есть в этом смысле как бы вот этот ОНФ не будет нести на себе вот эту функцию партии власти, и на него не будет литься огонь критики, вот, который всегда был против «Единой России».